В эту субботу в России отметят День семьи, любви и верности. Награды крепким супружеским парам вручили уже сегодня. С наступающим праздником родителей и их детей поздравил глава республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Большинство приглашенных на это торжество приехали в филармонию со своими вторыми половинками и детьми. Семейные пары не только в зрительном зале, но и на сцене. Ведущие концерта Анна и Дмитрий Верьяловы, молодые супруги и родители. Мы приветствуем всех представителей трудовых династий, многодетных семей, а также семей долгожителей. Семья Щербаковых – одна из таких. Геннадий Васильевич и Руфина Тимофеевна в браке более 50 лет. Они воспитали 6 детей. Сегодня супругам вручили медаль ордена «Родительская слава». Это высокая награда от президента страны. Глава семьи признается, что найти спутницу жизни ему помогла мать. В армии я был, а у нас мать одна жила. На квартиру она попросилась. Вот и пишет, что девушка хорошая, после армии для тебя невеста, все. Из армии приехал, да все, поженились, и живем. Я сама к ним домой пришла, пораньше, ждала его. Любить надо друг друга, прощать уметь надо друг друга. Олимпиаду и Владимира Востуловых наградили орденом за любовь и верность. Супруги говорят, что секрет их семейного счастья прост – необходимо доверять друг другу. Этому принципу они следуют 56 лет. Пример с них берут и дети. Мы всегда, вот, например, что надо делать, все время советуем вместе. Вот так надо делать, вот так. Очень это. Что надо делать, куда надо идти, все время друг друга. Это слушаемся, он слушается, я слушаюсь, что он скажет. Она терпеливая такая, трудяга, особенно на даче. Все, она командует. Вообще, почетные ордена за любовь и верность сегодня получили 14 семей. Награды вручили и многодетным родителям, которые служат церкви и передают своим детям духовные ценности. Глава региона отметил, что с таких семей необходимо брать пример. У нас прекрасные традиции, прекрасная многонациональная культура и России, и народа Чувашии. Чувашия в Приволжском федеральном округе делит первое место с Республикой Мордовия по наименьшему количеству разводов. Это ключевой показатель нашей жизни, что основной фундамент нашего общества, он укрепляется. Михаил Игнатьев поздравил супружеские пары с наступающим праздником и выразил признательность за верность семейным традициям. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.